Всем привет! 19 января 2022 года. Сегодня один из больших религиозных праздников, День Крещения. Вот енисейчане собрались на берегу пролива Тонкий. И здесь начинаются народные гуляния. Людей собралось много. Вы спрашивали, где же енисейчане? Ну, пожалуйста, кроме рынка, кроме АТБ, вот еще можно увидеть их здесь. Очень много спасателей, очень много полиции. Ну, все чинненько, все спокойненько, никаких эксцессов. Кроме здесь, ну, видите, льда нету, хотя минус 3, но это так, погода держится. Не морозная, лед не стал. Ну, маемо, шо маемо, как сказал один из наших гетманов. Еще одна Иордань, это на той стороне за первым мостом. Но я туда не поехал. В принципе, я смотрю, тут людей с камерами полно. Тут даже квадрик где-то подымали. Так что я думаю, видео будет предостаточно. Я думал свой поднять, потом не. Порывы ветра, тут людей много, рядом море. Вон у меня один. Пока вот посмотрите на енисейчан. Это вот наши люди. Я тут знакомых встретил. Смотрите, вот обратите внимание, эпидемия у нас закончилась. Увидеть хоть одного человека в маске, покажите мне. Все без масок. Так что все, 2022 год эпидемию похоронил. Ну, либо все вакцинированы поголовно. Так, ну еще раз религиозным вас праздником. У меня к нему свое отношение, как к религии, так и не сильно это дело приветствую, но за людей рад. Есть еще один повод собраться, отметить, себя показать, людей перебрался к железнодорожному мосту, включил камеру, а тут уже пошел процесс смывания грехов. Вот видите, пошли окунаться люди. Опа! Надо иметь довольно-таки хорошее здоровье. Молодцы, ребята. Я за них рад. Так, ну, на этом точно все. Всем пока, всех благ, коротенькое видео информативное, такое, что мы тоже не хухры-мухры, и у нас проводится вот такой вот обряд местного населения. Всем пока, всех благ, комментируйте, подписывайтесь,
Ставьте лайки, дизлайки, всему буду рад. Всем пока.